Страшное ДТП произошло в Мангистауской области на трассе Бейнеу-Тажен. Автомобиль марки «Джак» столкнулся с большим грузом, стоявшим на обочине дороги у границы. По данным полиции, в машине находились 10 человек. Шестеро из них погибли, остальные доставлены в районную больницу. Состояние пострадавших, по словам врачей, средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Четверо пострадавших доставлены в Бейнеускую районную больницу. Установлено, что все являются гражданами Республики Узбекистан. В настоящее время начато досудебное расследование. По данному факту посольство Узбекистана в городе Актау уведомлено.